Очередная сессия завершена на World Food 2022, и у нас есть возможность пообщаться с ее организатором Анной Лебедева. Здравствуйте, Анна. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, об организационных моментах, расскажите, пожалуйста, о сессии, как она прошла. Ну, на самом деле, мы рады вернуться в деловую программу выставки World Food как ассоциация маркетинг в ритейле. И, собственно говоря, мы сегодня пришли с программой про товар на полке, про возможности рекламных материалов, как их правильно использовать, какие ошибки не стоит допускать, потому что, конечно, сейчас есть много новых брендов, которые появляются на полках, которые заходят в федеральные, в том числе, сети. И вообще ситуация по привлечению внимания к покупателю в условиях большой конкурентности новых товаров, она должна, собственно говоря, обладать той экспертизой, которая имеется у нашей ассоциации, у наших коллег, экспертов и возможности разных использования разных стоек, припаков, как проще заходить в сети, как использовать холодильное оборудование, возможность, как использовать цифровые digital display. И отдельно мы поговорили про аналитику, про big data, которая теперь работает и на трейд-маркетинг, и на, собственно говоря, анализ in-store активности, анализ эффективности рекламных материалов USM. И это здорово, потому что когда большие данные начинают работать на такие очень прикладные, очень конкретные вещи, когда это все можно посчитать, то картина складывается уже полностью, и мы сегодня рассказали обо всем об этом. Скажите, пожалуйста, вот все говорят, что этот год кому-то принес успеха, у кого-то работа стала немножко тяжелее. Что говорили участники вашей сессии? Это как раз рассказала я в начале, вводную дала по рынку, потому что, конечно, в марте, апреле, мае продажи, объем рынка, все это упало у кого-то даже до 70-80%. Но уже с лета мы видим возвращение активности, собственно говоря, промо-активность ритейлеров, в том числе и брендов, этому способствует. И мы видим возвращение активности в in-store, трейд-маркетинговые активации, мы видим возвращение рекламных материалов на полки, в точке продаж. Конечно, есть к чему стремиться, конечно, мы не догоняем еще те показатели, которые хотелось бы, но рынок жив, это уже сейчас самое главное, и будем смотреть дальше аналитику по данным, как будет рынок до конца года себя вести. К сожалению, пока сильных прогнозов не даем, но движение есть. Анна, это здорово. Ну и тогда хотелось бы в финале спросить у вас о самой выставке. Что эта выставка дает вам? И были ли достигнуты все цели, которые вы ставили перед собой? Да, у нас с точки зрения ассоциации мы, конечно же, рады вернуться в деловую программу, рады возобновлению партнерства. Мне кажется, это действительно важная составляющая, когда и кроме брендов и ритейлеров еще есть агентства, которые действительно помогают решать многие задачи, которые обладают экспертизой. И, в общем-то, мы за диалог, за то, чтобы только в диалоге находились нужные решения, которые выгодны всем, особенно с учетом ситуации в сегменте, в целом в отрасли, да, когда нужно работать сообща, нужно помогать друг другу данными, нужно помогать друг другу знаниями. Думаю, выставка – это отличное решение найти новых партнеров, контрагентов и вообще решить очень много вопросов. Спасибо большое, Анна. И мы, я думаю, встретимся в следующем году на таком же формате. Спасибо. Спасибо.